слышите сигналы третьей советской космической ракеты. Прошло 2 года со времени запуска первого советского искусственного спутника Земли. И вот теперь весть об успешном запуске в Советском Союзе третьей космической ракеты вновь с быстротой молнии облетела весь мир. Все прогрессивное человечество увидело в этом событии новый величественный триумф советской науки и техники. На этой схеме показана траектория движения третьей космической ракеты. Она вывела на орбиту автоматическую межпланетную станцию, которая прошла вблизи Луны, облетела ее с невидимой для нас стороны и при дальнейшем движении пройдет в районе Земли. По поводу запуска третьей космической ракеты академик Седов сказал: прошедшие 2 года ознаменовались крупными достижениями в области развития космических полетов. Действительность превзошла самые смелые предсказания. Вслед за спутниками ареной исследований стала Луна. После 2 замечательных полетов в сторону Луны и на Луну 4 октября 1959 года осуществлен запуск третьей космической ракеты, которая облетит Луну с невидимой для людей стороны и вернется снова в окрестность Земли. Дальнейший полет автоматической межпланетной станции будет обладать рядом замечательных особенностей. Космические полеты, осуществленные в Советском Союзе, потрясли весь мир. За рубежом для многих они были неожиданными и весьма многозначительными.